глупо ждать от перекрестков разбитого мира работы по правилам. При нанесении ударов кувалдой в пространственно-временные рамки ожидания не оправдываются, кредиты доверия обнуляются, память, как давно изживший себя архаизм, заменяется более выгодными сюжетами. Умышленно не стирается, не дает возможность начать сначала, попробовать еще раз. И вот ты уже весь из себя, разукрашенный самой чистой палитрой ожиданий, обнимаешь наипрекраснейшую принцессу или дракона-убийцу, что в данный момент ни роли, ни физических последствий не несет никаких. Принцесса истерит и ломается, дракон, прикуривая, хохочет. Теряешь себя в совпадениях, в синхронности их дыхания, ароматов и паутин, то ли интернет-общение в точках бесчетных и запятых очередной бессонной ночи, то ли глупости, от улыбок, над которыми только у тебя, такого сейчас неустойчивого, неразмеренного, несобранного, как осенние разноцветные листья на асфальте пораженного радиацией города, который давно покинули люди. Раскаленные кометы приземляются в районе лопаток, взрываясь в груди. И до Родины теперь уже совершенно точно в таком состоянии никак не дойти. При этом исходники неизменны. Время важнее расстояний, минуты, в свою очередь, километров. Только двух ангелов в небе, освещенного фонарями волшебного города, сколько ни стоя у окна, как не было, так и нет.